Когда они окружили дом, и в каждой руке был ствол, он вышел в окно с красной розой в руке и по воздуху плавно пошел. И хотя его руки были в крови, они светились, как два крыла, и порох в стволах превратился в песок. Увидев такие дела, воздух выдержит только тех, кто верит в себя.